Давай, Шарапкин. Боишься? Ты дома? Ну как? Ух ты, говорит, тут этого не было. Помню, уезжал, говорит, что вы подсунули вот какие-то когтеточки. Шарапкин. Сейчас он вспомнит. Какая шерстка у него хорошая. Все опять все наполнит, а? Ну-ка. Шарапыч, малыш, иди сюда. Ага, сейчас скажу, пойду, вы опять куда-нибудь увезете, в Москву, например. О, Мурка сразу хвост поднял, ну, говорит, дома. Ну что, дикого зверя пытаемся выпустить. Главное, чтобы никто этому дикому зверю сейчас сразу не попался. Рыжий, беги. Тём, забирай своего кота, убери его. Нет. Нет. Не шипи, она дерется еще. Я знаю. Выходи. Выходи. Она воняет вообще-то. Ух ты, ничего себе, ты хорошо поела. Ну выходи вообще-то. Слушай, давай тогда откроем вверх, может. Ты дурак? Давай. Боковые. Не, не, я сейчас. Не, не, открывай, открывай. Тёма, боковые. Иди, Тёма, иди хватит. Да, иди, Тёмочка. Иди сюда. Это дикая кошка. Вонючка. Всё, она сейчас вспомнила меня. Ты что, в домике, всё. Искунчик. Я тут что-то кто-то где-то сходил. Тут все, спряталась, да, спряталась. Ну все. Так, Шарапкин, куда спрятался? Ушел. Так, куда спрятался Шарапкин? Шарапыч, ты где? Он, походу, был ты нам залез. Они его прикрыли своей тушкой. Где он? Спрятался. Ты здесь, Шарапкин. Вот это и зайки так. Дышишь хорошо, уже так.